Мам, алло. Алло. Привет. Катенька, как у тебя дела? Как устроилась? Живу, хорошая женщина. Не беспокойся, мам, у меня все хорошо. Заходил Степа, спрашивал, встречалась ли ты с Коробовым. Нет, мам, он отдыхает в санатории и будет через неделю. Я пока устроилась на работу, на рынке. Я тебя прошу, пожалуйста, будь осторожна. Дальше бабьи ахи и охи. Ничего конкретного, никакой информации. Разговор записан час назад. Кононова звонила своей матери из Москвы. Номер определили? Да. Разговаривала с таксофона в районе Каширского шоссе. Да это не адрес. Подожди. Коробов, кто это? Генерал-майор. Начальник бюро оперативно-розыскного МВД России. Что за бюро? Чем занимается? Борьбой с коррупцией, чем еще? Нет, у Кононовой на нас ничего нет! Ничего! Только россказни! Все! Нет, теперь я точно уверен, что записная книжка Фила вот у этой девки. И твой Сергеев отправил ее генералу Коробову в Москву. Ты там что заливал тут, а? Следователь, говорит, зеленый мальчишка! Это какой твой прокол, майор? Да нет, если она покажет эту книжку генералу, то... Это все. Вот это тогда! Ну так чего ты сидишь, а? Действуй, дубина! А, давай! Да, я... Спасибо. Воскресенье-то твои приезжали к тебе? Приезжали. Я пирогов напекла. Что, вы и внучку привозили? Привозили. Здравствуйте. Ой, здравствуй, Катя. Не холодно вам здесь сидеть-то? А что нам сделается? Мы вон как оделись. Ну ладно. Хорошую жиличку нашла Лариса. Ой, хорошая девочка, уважительная. Лариса! Я нам пряники купила. Так. Значит, она тебе уже и ключ дала, да? Мать, ты ключ ей уже дала? А ты пряников купила, дурочку нашла. Приманивающая немножко. Ты вообще кто такая-то? Катюш, познакомься. Это моя дочь, ага. Аня. А зачем мне с ней знакомиться-то? Катюш, иди на кухню. Нет, ты посмотри, она уже как у себя дома. Уже как у себя дома! Не кричи. Что? У нее большая беда. Ей надо побыть в Москве. Деньги у нее украли на вокзале. Можешь ты это понять? А то, что твоя дочь с мужем в общежитии ютится, от тебя все равно, я ребенка даже завести не могу. У тебя все было, ты сама все разрушила. Все, хватит. Хватит. Дрессировала меня всю жизнь, дрессировала. Мне скоро 40 лет уже. Хватит. А ума так и не нажила. Я... Аннушка, милая, как живешь? Мать совсем из ума выжила. Мало того, она эту жичку пустила, тогда ей ключ дала. И теперь она еще хочет прописать ее к себе, чтобы она продавщицей могла устроиться. Ты можешь себе представить? Юр, что ты молчишь-то? Да не психуй ты, Аня. Да что не психуй-то? Прости, Катя. Дочь сегодня не в духе. Борис, спасибо вам. За все. Мне, наверное, лучше уйти. Куда ты пойдешь на ночь глядя? И вообще, живи, как жила. А с дочерью мы разберемся. Ни первый скандал, ни последний. А мы сейчас с тобой чайку попьем. Да? А утро вечер мудренее. Слушай, а чего это Катька матери говорила про базар, когда звонила? Говорила, что устроилась на работу на рынок. Ну их в Москве сотни. Так нам сотни-то и не надо. Так, значит, она звонила утром.
шла на рынок и позвонила. Угу. Откуда звонок был? С Каширского шоссе. Каширского? Так, на Каширке у нас три рынка. Два стройматериала и один фермерский. Точно! Так там ее и надо искать. Боря, в Москву поедешь? Станислав Иванович. Поедешь, Боря. Я Кирьяну позвоню, он тебе людей даст, поможет. Значит, девку найдешь и кровь из носу, прошу тебя, Боря, найди Филькин Гроссбух. Ясно? Первый муж у нее, Сева, был хирург. Светлая голова, золотые руки. Она с ним в Склифе операционной сестрой работала. Но детей, правда, не было. Ну, а 3 года назад познакомилась с этим Юркой. И влюбилась в него. Он водителем на скорой работал. И ушла от мужа. А Сева что, продал квартиру, уехал не то в Канаду, не то в Америку. Она со своим шофером осталась в общежитии. Нет, я им предлагал, говорю, перебирайте ко мне. Ее же это не устраивает. Хочу, говорит, жить своей семьей. Давай, говорит, квартиру разменивать. Кать, ну на что можно разменять двушку? На 2 комнаты в коммуналке? Ой, ладно, пошли спать. Тебе завтра опять ни свет ни заря вставать. Доехал. Ничего, нормально. Куда едем? В гостиницу? Нет, Кирьян сказал сразу к нему, а там как прикажете. Окей. Милиция, вон за тем джипом. Быстро. Потеряли мы джип, товарищ, не знаю вашего звания. Что дальше? Так. Где МВД, знаешь? Да? Повезешь? Поехал. Вот, сделала тебе копию бандитской книжечки. И копию, и оригинал положишь на почте в ящик. Угу. Какой ящик? Деревня. В Абоненский. Ну, там тебе все объяснят. Да. Будет на хранении, как в сейфе. Ну и где я тебе буду эту девку искать? Москва вон какая, это не ваши 3 улицы с 4 переулками. Да пойми ты, Кирьян, девку нам надо найти первыми, пока ее милиция не загребла. Я тебе уже битый час дал, блюшь, она не только Фильку грохнула. Но и записную книжку его увела, где список всех городских суд, которых мы на крючке держим, ты понимаешь? Да там милиция, бизнес, торговля, мэрия, да полгорода. Филька с пеленок был дурак. Сколько раз говорил Стасу, лупи его нещадно, выбивай дурь. Бухгалтер. Где, ты говоришь, эта девка на Каширке? Где-то в том районе. Хорош там дурью мается. Малыш! Все рынки на Каширке прочесать частой гребенкой. А девку мне эту найти? Давай. Найдем. Здравствуйте, Петр Фомич. Здравствуйте, опаздываешь, красавица. Извините, пожалуйста, не буду больше. Здорово, Фомич. Здравствуйте, Федор Алексеевич. Помочь сможешь? Ой, здравствуйте, Федор Алексеевич. Здравствуйте. Ой, Катя, не узнал, богатый будешь. Будет, будет. Иди работай давай. Иду.
Хорошая девушка. Хорошая. Так, Фомич, значит... Девушка! Звать как? Света. Не она. Екатерина Полнова объявила всероссийский розыск. Меня отстранял отдел, телефон матери поставил на прослушку. Да, завяз наш майор по самую кокарду. Фильщиков узнал, что Екатерина Полнова в Москве, прислал сюда своего помощника Бориса Щепова. Сегодня утром его встречали люди какого-то Кирьяна. Кирьян Нароков. Личность известная. Я думаю, что они хотят найти Полнову и ликвидировать. Скажи, а записная книжка у нее? Да, я попросил, чтобы она передала лично генерал-майору Коробову. Коробов, да, послезавтра в отпуске. Серегин, не волнуйся, найдем мы твою Кононову. А за Кирьяном и его гостем немедленно установим наблюдение. Спокойно. Что новенького? Ничего. Таскала целый день. Господи, как же я устала. Ну ничего, сейчас поедим, отдохнешь. Да я не от работы устала. Беспокоюсь я за маму, за Дашу. О, кого-то нелегкой принесла. Вот. Присаживайся, Лёнь. Поужинаешь с нами? Нет, спасибо, некогда. Участковый уполномоченный Васильев Леонид Маркович. Лариса Павловна, поступил сигнал, что у вас проживает без регистрации иногородняя гражданка. Насколько я понимаю, это вы. Документы, пожалуйста. От кого сигнал? Кто настучал? Моя дочь? Я этого не говорил. Ну и не отрицал. О, как нынче хорошо участковые стали жить. На премию купил, Лариса Павловна, на премию. Ну да, ну да. Как говорится, в ногу со временем. Пожалуйста. Зачем в Москву приехали, Екатерина Александровна? Надолго? По личным делам. Это дочь моей давней подруги. И жить она здесь будет столько, сколько понадобится. Я не возражаю, Лариса Павловна, не возражаю. Но у нас все есть порядок. Зарегистрировать надо гражданку Кононову. Леня, к вам ходить на регистрацию, хохотать устанешь. Тысячи документов надо. Ну, не тысячу, Лариса Павловна, не тысячу. Нужно лишь ваше заявление о том, что вы предоставляете ей жилплощадь. Справку, что у вас нет задолженности по квартплате. И вместе с гражданкой Кононовой приходите в отделение. Лень, ну у вас там такие очереди. Говорил, Лариса Павловна, сейчас другие порядки. Назначит вам точное время. Так. А где Кононова? Кать! Кать! Ты куда подевалась? Катя! Убежала. Леня, что, собственно, произошло? А вот. Кононова Екатерина Александровна, 1980 года рождения, объявлена во всероссийский розыск за убийство. Врет твой компьютер. Ну ты же увидел, какая она убийца. Так, гражданка Потапова, собирайтесь. Проследуйте со мной в отделение милиции. Леня, зачем? Дадите объяснение, как, когда поселился у вас опасный преступник, гражданка Кононова.
все будет хорошо, не переживай. Да, да, мой золото. Я тебя очень люблю. Ты, главное, не переживай. Все мы сделаем как надо. И все будет. Ой, я тебе перезвоню. Мам, ты что, сдурела совсем? Мам, жалкая стукачка. Я знать тебя больше не желаю. Да ты что, ну у тебя приступ сейчас опять будет. Как ты могла? Ты, дочь интеллигентных родителей, докатилась до жалкого доноса. Как ты могла? Тише, тише. Уйди, не трогай меня. Я видеть тебя не хочу. Не трогай меня. Мам, Господи, за что мне? Успокойся, мам. Вот что делать, а? Совсем плохая. Маленькие дети, маленькие заботы. Большие дети, заботы большие. Да что ж получается, что вокзальная проститутка тебе дороже родной дочери? Кто проститутка? На... Катя! Ой, превратила квартиру в бордель! Водишь всяких шалав сюда! Как ты неблагодарная! Мы спокойным отцом с твоим столько для тебя сделали! Да, как ты можешь? Спокойным, спокойным отцом! А кто его в могилу-то свел? Кто его свел в могилу? Ты своими дурацкими стихами! Когда закатные останки сгорали в сопках, как свеча, да сдохнуть можно сразу же! Да, да ты мне как будто не дочь! Уйди, я отсюда видеть тебя не могу! Да меня не видела тебя! Уйди, уйди! Ну, давай. Скорая, запишите вызов, пожалуйста. Женщина, 58 лет, нервный срыв. Да, приступ, нервный приступ. Понятно, понятно. Кирилл, да, немедленно выезжай, захвати с собой Серегина. Да, можешь обрадовать его. Нашлась его Кононова. Давай. Чем вызвал у нее приступ истерики? Ой. Знаете, последнее время мама ведет себя совсем неадекватно. Бродит по электричкам, читает всем свои стихи. Стала приводить бродяжек в дом. А сегодня накинулась на меня, надавала пощечину. Ну, доктор, я волнуюсь. Ну, помогите мне, надо ее определить в психиатрическую клинику. Ну, страшно ведь, она может руки на себя наложить. Да, давайте положим ее на обследование. Давайте. Давайте. Иди. Вань! Привет. Зажигалки не будет? Собачка. Да, собачка, иди. Ну что, как дела? Как институт? Да, нормально. Тихонечко. Нам не собираешься? Да нет. Нашла, что чего? Хейси! 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 Иди сюда! Хейси! Хейси! Хейси, иди сюда! Хейси! Хейси, ко мне! Иди сюда! Ну, красавица! Ну ладно, давай! Бывай. Пока. Фу, фу. Все, пошли. Сейчас, Сережа, отдохнуть.
Девушка, вам чего? Извините, пожалуйста, я на метро опоздала. Мне до дома очень далеко идти, а здесь очень холодно. Можно я у вас погреюсь? Ну ладно, заходи. Спасибо. Вот здесь садись, погрейся. Спасибо вам большое. Хорошо, я намылась. Больше часа отмокала. Юрочка, мой Юрочка, я люблю тебя. Ну, после баньки и водочки не грех. Не грех. Кто бы мог так поздно-то? Настойчиво. Екатерина, я понятия не имею. А вы кто? Я кто? Я хозяйка этой квартиры. Анна Потапова. И вот это мой муж. Гражданский. Здрасте. Девушка, вам уходить пора. Ой, а который час? Почти 6 утра. Уходите, а то у меня из-за вас могут быть неприятности. Спасибо вам большое. Чего? Загуляла вчера, небось? Нет, так получилось. Скажите, извините, пожалуйста, а можно от вас позвонить? На вот, мобильный. Алло, Лариса? Нет, это не Лариса. Ну, маму увезли в больницу, на бабушкинскую. У нее был очень тяжелый приступ. А это вообще кто? Катя? Катя. А какая? Алло, алло, алло. Ой, прервалось что-то. О, сбросилось. Ой. Ну, все в порядке, дозвонились? У вас батарея села. Спасибо вам большое. Понятно. Звонились в продуктовый магазин на Трудовой. Поехали. Надо было мне передать трубку. Да я не успел передать. Не успел? А просто меня... взять трубку и отдать. Да я не успел, я же говорю, посмотри, попили, посидели здесь и пошли. Сейчас встретите свою подопечную. Поехали, поехали. Да вообще. Какая Кононова? 10 минут назад отсюда был телефонный звонок. Я дал позвонить девушке. Ну и где она? 5 минут назад ушла. Да. Попросился погреться, я пустил. Я ж не знал, что ее милиция разыскивает. Понятно. Значит так, девушку, похожую на Кононова, видели на Каширском рынке. Ты давай туда, там проверь. Она нас вызывает в контору. Мы тебя догоним. Давай. Thank you.
Слушаю, говорите. Вот кому? Здравствуйте. Мне нужен генерал Коробов. А его нет. Вы мне должны помочь, меня хотят убить. Девушка, ну в милицию обращайтесь. Господи, мне может помочь только генерал Коробов, но скажите, когда он будет? Девушка, я вам русским языком объясняю, мы никаких сведений о жильцах не даем. Что же мне делать? Ну что, вам трудно ответить, что ли? Подождите, девушка. Генерал приезжает сегодня, но когда, я не знаю. На работу он уезжает в 8 утра. Но я вам ничего не говорила, иначе меня уволят. Спасибо вам большое. Ориентировки на кону. Девушка! Девушка! Дядь, вы спрячьте меня! Давай сюда! Ты что натворила? Украла, что ли, что? Меня убить хотят. Кто, милиция? Нет, бандиты. А что милиция за тобой бегает? Я ничего не понимаю. Я не знаю. Ну и что теперь делать-то будешь? Тебе есть здесь храниться? Нет, меня везде ищут. Все, девка. Так, ладно, езжай ко мне. Адресок я тебе сейчас нарисую. Вот. Перекантуешься у меня, денек-другой. Вот. Так, через центральный не ходи. 104-й павильон. Знаешь, ну где сантехнику импортную продают? Да, да. Вот там за ним калитка. Там за углом. Да, вот, через калиточку давай, быстро. Да, хорошо. Все в порядке. Гражданка России обещала регистрацию оформить. Где живет, не сказала? Я не спрашивал. Грузчики позарез нужны. Трезвые. А что ж вы слабую женщину в грузчики взяли? Она говорила, что работала продавщицей, говорит, что умеет таскать тяжести. А мне Николай Семенович ее привел. Он у нас торгует в 69-м павильоне. Николай Семенович, 69-й павильон? Да. Николай Семенович, да поймите, ее искала милиция, чтобы спасти, чтобы ее не убили. Это кто же ее убить-то собрался? Да как кто? Бандиты. А что она такого натворила-то? Да ничего. Вы понимаете, у нее важный документ. И этот документ ищут. Да? А по виду не скажешь. Это девчонка совсем. Николай Семенович, ну, где она может быть? Где ее искать? А ну-ка, покажи-ка мне еще свой документик. Николай Семенович. Ладно. Дома она у меня прячется. Ты адресок запишешь или так запомнишь? Запомню. Сейчас,
Девушка, девушка, можно вас на минутку? Девушка, пойдемте с нами, у нас есть выпить и закусить. А, девушка, а то нам очень одиноко. Кого-то прячется? Мне надо срочно уехать. Уехать? Я не знаю, приехали. Не тебя ли ищут? Вы их сами должны проверять. Понятно. Вообще, это беспредел. Значит так, на вокзал не суйся, там ментов полно, поняла? Сегодня уехать не получится. Все, ступай домой. Мне некуда идти. Ладно, пошли со мной. Слава богу, наконец. Давайте, быстро, быстро. Сидим тут, как в пещере. Еще милиция замучила. Через каждый час шастают. Все ищут кого-то. Ну, девочки, я пошла. Раньше 7 утра меня не ждите. Слушай, погоди, так ты же с Серегой вроде поругалась. Ну и что? Я с Витькой помирилась. Вот ты смотри, какая зараза. И не могу я утерпеть, чтобы попой не вертеть. Эх, такая сатана, так и вертится сама. Ну, давай. Пока. Зараза, да? Ну что, давай за внезапную встречу? Не, я не пью. Я ничего не перекусила бы. Ну, что ж такое? Ну, давай так. Ты будешь закусывать, а я буду выпивать. Ладно? Шила, мыла, мотовила, пью за то, чтоб подфартила. А ты что, не закусываешь? Я никогда не закусываю. Не имею этой вредной привычки. А ты давай, ешь, ешь, наворачивай. Эх, во субботу и день ненастный нельзя в поле. Эх, нельзя в поле работать. Эх, да, эх, не, чего ткать не хватает. Может, выпить не мешает? Выпьем за тех, кто любит смех. Боря, Боря, землю рой! Рой землю, ну девку мне разыщи, понял? Девку не могут без сопливую разыскать! Фу.
Они моего мужа сгубили. Теперь за дочку боюсь, как бы по наследству не передалось. Ненавижу их. Наркота — это страшная сила. Вот нас, например, перед каждой поездкой инструктируют, стращают. Смотрите, говорит, в оба, чтобы ни грамма не провезли. А как тут уследишь? Ну, представь себе, едет старушка. Старушка! Божий одуванчик! А у нее в кошелке вместо пирожков для любимых внуков полкило этой отравы. Никакой правды ты тут не найдешь. Знаешь, какие бабки крутятся вокруг этой наркоты? А? Они и генерала твоего купят вместе с лампасами. Домой тебе ехать надо. Придешь к этим уродам, отдай им эту книжку, повинись. Тогда, может, отстанут. О, а хочешь, я тебя просто так домой довезу? Бесплатно. Ну, поехали. Снимка, поняла? А? Сейчас, сейчас, дайте юбку-то хоть надеть. Ой, здравия желаю. Привет. Не желаете ли остаграмиться? Мы на службе. У тебя никого посторонних нет? Посторонних никого нет, товарищ генерал. А это кто? Да это смечица моя Нинка. Стакан хлопнул и сразу копыта отбросила. Че, разбудить? Не надо. Никит, сходи, проверь вагон. Ключ дать? Не надо, не надо. У нас есть свои вездеходы. Давай. Товарищ генерал, ну давайте вам чуть-чуть-то. Ладно, уговорила. Налей чуток. Только быстро. Быстро, быстро. Давайте. Будем. Закусите свои домашние. Сама солила. Спасибо. Никого нет, пусто. Все, мы ушли. Чтоб здесь тихо. Тихо быть, товарищ генерал. Поняла? Да. И никого посторонних, товарищ генерал. Вы не волнуйтесь, товарищ генерал. Счастливой службы. Фу, вроде пронесло. Подъем. Зинка, можно я здесь посплю? Два дня на ногах. Да ладно, дрыхни. Только смотри, в 6 я тебя разбужу. Нас к 8 под посадку подавать будут. Ой, на третий путь. Ну так ты чё, поедешь со мной? Разрешите, товарищ полковник. Входите. Гром Геннадьевич. Екатерина Кононова по указанному адресу не появлялась. Серегин, у нее в Москве есть еще знакомые? Нет, товарищ полковник, но я знаю точно. Она где-то в городе. Товарищ генерал! Геннадий Петрович! Извините, мне некогда к самому. Вам просили передать вот эти документы, это срочно! Простите, я с вами разговаривал за здание майора? Да, со мной. Майор, мы опаздываем! Да я же вам сказал, запишитесь на прием. Пожалуйста, передайте товарищу генералу вот эти документы. Это очень важно. Пожалуйста. Девушка!
Вы не видели, здесь девушка не пробегала? Нет, не видел. Давай туда. Быстро. Свалила. Может, в подъезде? Там домофон. Дай сигарету. Я ж бросил. Ну, молодец. Спортсмен. Гражданин. Старший лейтенант Кондратенко, ваши документы. Вот, и только сегодня мне удалось передать копию этой записной книжки генерала. А где оригинал? Оригинал в абонентском ящике на почте. Да, Катя, влипла ты в историю. Скажите, у вас есть горячая вода? И горячая, и холодная. И ванна, и душ. Можешь надеть мой халат. Катя, я сейчас должен ехать, а ты оставайся. Здесь тебя искать не будут, а я часа через 3-4 вернусь. Так вы меня одну оставляете? Вы же меня не знаете совсем. Ну, уже немного знаю. А вечером расскажешь остальное. А если я уйду? А идти тебе, Кать, некуда. Так, спать будешь на диване, белье в шкафу и запри за мной дверь. Я желаю, товарищ генерал. Как отдохнули? Нормально. Вот, Мирон Игнатьевич, ознакомьтесь. Довольно любопытное чтиво. Да и я знаком с этим делом. Откуда? От следователя Серегина. Он в Москве уже 3-й день приехал спасать эту девушку, Екатерину Кононову. На нее устроил охоту местный авторитет Фильчиков. Прислал в Москву Кирьяну Нарокову своего человека. Да, у Кононовой... Кстати, на руках оригинала вот этой записной книжки. Мы ее 3-й день ищем, но она вам случайно не сказала, где живет? Нет, не говорила. Я видел ее мельком. Что вы предприняли? Кирьян и его люди находятся под наблюдением, их мобильные прослушиваются. Разосланы ориентировки по Кононовой. Найдем ее, товарищ генерал. А где сейчас Серегин? У Бажанова в кабинете сидит. Зови. Есть. Катя. Катюш, подъем. Кормить тебя буду. Ой, заснула, даже не заметила, как вы пришли. Спасибо за плед. Давай, давай, пойдем. Даже не представляете, как я давно горячего не ела. Ну вот, сейчас и поешь.
Спасибо. Потом добавочки дам. Вкусный суп. Прям как у мамы. Правда? Правда. А вы где так научились готовить? Ну, Кать, жизнь заставила. Жена умерла, дети разъехались. По ресторанам ходить не привык. Пришлось научиться. А где теперь ваши дети? Дочь вышла замуж, живет в Омске. Сын в Африке работает по контракту. Тоже, кстати, строитель. Да, он нам с женой эти хоромы отгрохал перед отъездом. Ничего себе. Ну да, только вот зачем они мне теперь одному-то? Ой, а скажите, а можно от вас позвонить? Конечно. Да? Это майор Кулаков возвращается после разговора с Фиточкой. Понятно. А это его правая рука, Борис Щепов. Давай выдает товар оптом улице. Ясно. Сколько тебе снят подобных компроматов? Две кассеты по 40 лет. Да, тугой клубок завязался в твоем городе, Серегин. Мирон Игнатьевич, поскольку вы в теме, вам разрубать этот узел вместе со следователем Серегиным. Так, на сегодня все. Вы свободны, товарищ офицер. Да, мама, я тоже соскучилась. Что? Степа в Москве? Подожди, а когда он обещал звонить? Не знаешь? Мамуль, передай ему, чтобы он позвонил мне срочно, вот по телефону, сейчас я тебе скажу. 112-33-56. Мам, записывай. 112... 33-56. Записала? Все, мам, хорошо. Как там Даша? Все нормально? Ну ладно, ну поцелуй ее от меня. Давай. Все, мамуль, пока. Пока. Срочно адрес узнай. Как это ты не можешь? Почему до утра? До утра я ее хоронить уже должен. Слушай, майор, ты у меня без погон останешься. Я тебя даже дворником к себе не возьму. Сволочь, ничего не может. Боря! Боря, есть телефон. Девки, да, записывай. 112-33-56. А он говорить не может. До утра, говорит, ждать нужно. Слушай, напряги Кирьяна, пускай адрес узнает, адрес. Да, Боря, книжку найди. Найди книжку. Да и найди, Боря. Все. Ой. Боря, никуда твоя девка не денется. Завтра узнаем ее адресок и тихо, мирно поедем ее потрошить. Не, так дела не делаются. Слушай, Борь, мне вообще с тобой девчонка сейчас разговаривает, ты мне весь кайф ломаешь. Ну, давай, пока, давай. Федор Алексеевич, садитесь завтракать. Кать, мне некогда, спасибо. Ой, Федор Алексеевич, а вы не знаете, где улица Стартовая находится? Стартовая? Где-то, по-моему, в районе метро Бабушкинской. Ага. Подожди, тебе даже переодеться не вышло. Ну да, вещи еще не высохли. Так, здесь недалеко есть магазин женской одежды. Дойдешь до кинотеатра, а там увидишь. Федор Алексеевич, я не могу. А все время ходить в моем халате можешь? Я не возьму. Только ты дворами иди, хорошо? Так, ключи в прихожей. Все, пока. Так, Федор Алексеевич! Федор Алексеевич!
Алло, мам. Мам, привет, как дела? Хорошо. Мамуль, если Степа перезвонит, скажи, чтобы он мне позвонил по этому номеру. Через 3 часа. Все, давай. Пока. Пока, пока. Целуй, Даш. Давай. Все, Борь, пацаны поработали, все выяснили. Вот адресок твоей девки. Квартира на имя Зайцева Федора Алексеевича. Угу. Пацанов дать или сам справишься? Ну, дай пару малышей, ну, тех, которые встречали. Лады. А Стасу передай, что за ним теперь должок. Будешь? Хорошо. Нет. Смотри. Пожалуйста. Я слушаю. А вы не подскажете, как мне к стартовой улице пойти? А что вам там нужно? Мне там нужна психиатрическая больница. Вы знаете, пойдете вот так вдоль домов, угу. Никуда только не поворачиваете, угу. Дойдете до стартовой, угу. Перейдете на другую сторону и направо. Вы там увидите, будет белое трехэтажное здание, так там с горочки, угу, стоять. Вот тут и есть больница. Спасибо. У больной Потаповой невростения, возникшая в результате истощения нервной системы от длительного стресса. Но ничего экстраординарного нет. Доктор, скажите, я могу увидеть Ларису Павловну? Да, конечно. Минутку. Угу. Приведите больную Потапову. Недельку подлечим ее нейролептиками и отпустим домой. Дело в том, что Лариса Павловна сейчас не может вернуться домой. У нее дочка пытается квартиру отобрать. А, вот откуда травмирующая ситуация. Кстати сказать, довольно часто встречающаяся. Дочь объявляет мать сумасшедшей, требует опекунства и... Спасибо, что сказали. Скорее всего, надо лечить не мать, а дочь. Все-таки нашла меня. Забери меня отсюда, пожалуйста. Успокойтесь, Лариса Павловна. Никто вас здесь держать не собирается. Подлечим и отпустим. Ну, вот видите, все будет хорошо. А я вам гостинцу принесла. Правда? Да. Апельсины. Спасибо. И вот еще. Ой. А откуда у тебя деньги? Федор Алексеевич дал. Ой, Катька, смотри. Да вы что, он мне в отцы годится. Как красиво. Квартиру прошарили быстро. Ну и где Катька Кононова? Кто она? Катька Кононова где, а? Какая еще Катька? Я живу один. Ты что, не понял, где Катька Кононова? Тебе сейчас все мозги вышибу, ты мразь, а?
Ну что там, малыш, нашли? Борь, да нет здесь никакой записной книжки. Давай, ищите лучше. Да, хорошая у тебя квартирка. Район ничего, красиво. Да пойми, ты мне не нужен. Мне нужна записная книжка. Вот такая вот кожаная. Отдашь, будешь жить. Один, как и жил. А Катьку я заберу с собой. Я майор Бажанов. У вас есть ключи от квартиры Федора Васильевича Зайцева? Да, есть, а что? Катя, в квартире бандиты, они тебя ищут. Катя, нам нужна ваша помощь. Вы сейчас войдете в квартиру. Майор, вы понимаете, это смертельно опасно. Я ее не пущу. Отставить, Серегин. Бронежилет. Катя, вы сейчас войдете. И спокойно, чтобы ничего бандиты не заподозрили, спросите, дома ли Федор Алексеевич. Хорошо. Дальше все сделаем мы. Хорошо. Я с тобой рядом. Ты все запомнила? Как только спрашиваешь, сразу в сторону. Станислав Иванович, ждем. Да придет она, никуда не денется. Борь, глянь. А вот и она. Я перезвоню. А ты сиди тихо, не рыпайся, понял? Понял, я тебе говорю. Сматываться надо. Вот что делать. Сматываться. Сворачиваемся. Все, сворачиваемся. Thank you.
Первый объект начал движение. Следуй за ним. Федор Алексеевич, как вы? Да, нормально, Катя. Жить буду. Вы простите, что из-за меня так получилось. Да брось. Ладно, пойду на кухню умоюсь. Катюш, ты просила? Да. Мамочка, не плачь. Мне Степа нажал, все в порядке. Мамочка, все хорошо. Я сейчас Степе трубку дам, ладно? Плачет. Здравствуйте, Марья Петровна. Не надо плакать, все самое страшное позади. Все хорошо. Алло, дядя Степа, когда приедет моя мама? Даша. Все хорошо, Даша. Скоро приедем. Привезу твою маму. Она что, маленькая? Сама не может приехать? Объект свернул к дому Фильчикова. Станислав Иванович! Эй! Станислав Иванович! Чё ты приперся, а? Кругом Фильчиков, дом окружен! Ты навел? Это не я! Ты! Станислав Иванович! Это не я! Ты! Молодец, Катя. Очень ценная книжка. Товарищ генерал, скажите, а что теперь со мной будет? Сегодня под личное поручительство поедешь домой, где следствие по твоему делу будет вести Степан Серегин. Какое следствие? Я же не виновата ни в чем. Твою невиновность нужно доказать. Товарищ генерал, у меня к вам одна просьба. Можно меня сейчас домой не отправлять? Я должна помочь одной женщине. Она меня приютила, когда я на вокзале осталась без денег. Как ее зовут? Потапова Лариса Павловна. Она сейчас в психиатрической больнице на Стартовой. Ее туда дочка упрятала. Она хочет у нее квартиру отобрать. Ну хорошо, я поручу этим делом займутся. Все будет в порядке. До свидания, Геннадий Петрович. Спасибо вам большое. До свидания, Катя. Все будет хорошо. Гражданин Кирьянов, вы продолжаете утверждать, что ничего не знаете о разбойном нападении на квартиру Зайцева? Да, продолжаю. Ну что ж. Опа! Товарищ капитан. Так. Понятые, подойдите. Прошу обратить ваше внимание, что в верхнем ящике трюмо найден небольшой целлофановый пакет с порошком белого цвета. Степа. Степочка. Все хорошо. Все кончилось. Ну ты чего? Улыбнись. Холодно тебе? Нет. Нет? Ты, я смотрю, за две недели совсем в Москве освоилась. Да ладно тебе. Катька! Зинка!
хорошо. Ой, здрасте, товарищ следователь. Здрасте. Что, опять гражданку на подсадку ведете? Да нет, вместе едем. Вместе? Ишь ты, а в каком вагоне-то? В 10-м. В 10-м? Это в плацкартном, что ли? Да у меня вон почти все купы пустые. Давайте, может, ко мне? Не знаю. Ну, давайте, давайте, давайте. С бригадиром сама договорюсь. Эх, бригадир, бригадир, я тебя боюсь, а как увижу я тебя, сразу надерусь. Кулакову и Филичку всю банду повязали. В Москве арест идут. Так что? Работы предстоит много. Стёп, все, хватит, прекрати. Я уже не могу про этих бандитов слышать. Еще чайку? Да. Зиночка, еще, и, если можно, погорячей. Угу. Кажи, я была дура, что рассказала тебе про эту чертову записную книжку. Катюш, подожди, ну что ты так волнуешься? Сейчас приедем домой. Нам нужно провести следственный эксперимент. Покажешь, где и в каком месте находилась, когда Федор Филичков упал на нож. Ты мне сказал, что все закончилось. Катя, нам нужно привести доказательства твоей невиновности. Потом выступишь в суде свидетелем. Ты мне говорил, что ты меня любишь? Значит, ты меня защищал как главного свидетеля, так что ли? Че, поругались, что ли? Прям выскочил, чуть с ног не сбил. Ну, ничего, ничего, помиритесь. Милый бронец только тешится. Слушай, а он у тебя ничего такой? Ну, в смысле, надежный. Зину, иди, а! Всю ночь в тамбуре продымил. Уже подъезжаем. А, ну да. Ну, не буду вам мешать собираться. И теперь что, в тюрьму? Ну, это крайняя мера пресечения. Значит, я сейчас поеду домой? Конечно, но сначала заедем в отделение, зарегистрируем твой приезд. Ну, до свидания, товарищ следователь. Желаю вам получить высокую государственную награду за поимку опасного преступника. Да, спасибо. До свидания. Счастливо. Счастливо тебе. Спасибо тебе, Зиночка. И смотри, чтобы больше в такие истории не попадало, поняла? Товарищ следователь, вы берегите девушку-то! Пока, счастливо! И больше, чтобы не ссориться! Здорово. Здорово. Привет. Спасибо. Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант, звонили из Москвы, просили передать, что в среду приезжает полковник Полосков. Хорошо, спасибо. Катя, подпиши здесь.
Что это такое? Подписка у него есть. Степа, зачем это надо? Куда я сбегу? Катя, ну, пока ты находишься под следствием, я должен по закону избрать для тебя меру пресечения, подписку о невыезде. Я свободна? Да. Подожди меня, я тебя домой довезу. Ты так и будешь за мной следить? Кать. Здравствуй, Даша. А где подарки? Даша, я... А подарки у нас в рюкзаке. О! Вот. Какая красивая. А что надо сказать, Даша? Спасибо. Ой. Не за что. Мария Петровна, это было? Спасибо. Ну, хорошо. Я побежал. Тебя. Даже не спросил, как ты в Москве. Это я, дорога. Прости. Хорошей весной в саду цветочки, и еще лучше девушки весной. Встреч ветерочком, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Встреч ветерочком, милую в садочке, сразу жизнь становится иной.